Я снимаю. Вот еще раз к Америке прикоснуться поближе. Я, к сожалению, микрофон забыл, но мы без микрофона. Вот это что, говно, да, снимает? Не, он нормально снимает. Hello. Так, мы заходим сейчас на завод, где стоят линии по производству и упаковке отвердители, разбавители и лаки. Посмотрим, как происходит сама упаковка, полностью автоматизированный процесс. Звук будет плохеньким. С завода, где производится пара, банки, приходят, сюда приносят палеты, поддоны с банками. Сюда заполняется поддон. Эргито магнит из Перми, мия-мия сира. Магнит забирает, значит, банки по линиям. Фотоэлементы находятся, они наблюдают, когда, значит, освобождается площадка, опускают банки. И начинают заполнять линии. И банки начинают двигаться, тара движется. Здесь на этом участке он заполняет пустую тару. По шесть банок заполняет. Следующий этап он уже закрывает крышку. Короче, дальше идет упаковка, а там они формируются по 6 штук в коробку. Происходит управление лево-право банка. Оп. Смотрим, на коробке ничего нету, а дальше она сейчас отпринтует его. Оп, лазером, прикольно. А я-то думаю, как оно там так красиво, ровненько, оно все простенько. Лазер прикольно наносит. Так, рыч. Все. Они вакуумом держат, да? Ну да. Ого, мощно. Все, секрет боди раскрыт. Присосочки. Следующая линия. Ну, собственно, то же самое, только в маленьком объеме. И тоже присосочки. Присосочки решают. Лак другой. Да какая разница, какой лак? Сам процесс. Баночки, баночки. На каждой линии здесь находится оплавгазик из комплекции России.
вышел, дальше присосочки сосают, и все готово. Быстро довольно-таки происходит процесс упаковки. Я думал, это все гораздо дольше занимает времени. О, какая-то проблема. Раз человек, коробочка попалась. Чик. Все, проблема устранена. Обалдеть! Приехали в следующий цех. Это древний Купер. Это Купер конца 80-х, по-моему. Бля, какой огонь, ты чё? Какие здесь законы? Девушек нельзя трогать, машины трогать. Вообще дотрагиваться не имею права. Рукой? То есть, если я знаю, не резидент этой страны. Ну, у тебя как в стране? Ништяк. Как? Ладно, но мы на завод. Разлил очка для оптики. О, шарики закидывает тут. Сначала шарики идут. Причем там один большой, один маленький. Получается. Сначала один большой шарик, потом один маленький шарик загружается. А, это шарики? Да. Я вижу. Лачок прям в канистре на улице стоит. О, прозрачная жижа. Помпа. По три баллона надувают. Если взвешивать, сколько грамм проезжает, вон компьютер стоит. Ну и дальше запечатка. Закатывают их там. Проходит через губозакаточную машинку. Нам, к сожалению, не видно сам процесс. А дальше что? А дальше карусель. Кто присели, тот успеет. Его просто берут, их там что-то моют, я смотрю. Или охлаждает. А, это их накачивают. А зачем в воду опускаются? Прикольно. Прикольно, прохаванные, да, ребята? Утапливают ее в кипяток. И ждут, и ждут, когда взорвется. О, боди метал. Дальше крышки упаковываются, но пока линия ждет, пока, видать, проверка пройдет там. А можно туда на кнопку что-нибудь? Свое детейлинг пейнт. Или автокар. Автоплюс-маляр, если чего-то там ставят. Валерон, можешь там подойти набрать автоплюс-маляр. Найдет свой, да? Да, Гугл. Знает все. Понятно. Он его взвешивает, да? Весы стоят. Ну, не знаю. Во всяком случае, его проверяют сколько. Понятно. Так-то не исключено. Ошибки не будет. Не будет. Опять присосочки сосают, в баночку складывают. Ну, автоматика. Все. Автоматика. Ну, маркировка позже будет. Тема. Надо себе дома такой ставить и зарабатывать начинать. А то мы не тем занимаемся, походу. В общем, тут делают, печатают и собирают тару, пластиковую и металлическую, то есть полный замкнутый цикл, полное производство. Вот это интересно. То, что там в баночке наливают, то так.
для общего развития. А тут штампует заглушки, а? Долго как. Пау, пошла. Пау. Ряду басит. А вот он под праймер. Ага. Вот это скорость заворачивания, а? Там даже ничего не видно толком-то. А ну дать. Да, чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Проволочка там тянется. Обалдеть. Вот там видно чуть-чуть красненькая. Вот, вот, вот. Не видно. Ого. Дальше на магнит. Вот это скорость. Это доночки поехали. А там крысочки. Ну там происходит запечатывание. Мы его, к сожалению, не видим. Скорость обалденная. Там все закатывается. И вот он, готовый продукт. Вот это скоростя! Он говорит, если что-то браковано, то... Давление. А, это на давление, я понял. То есть у баллонов происходит две степени проверки на давление. Одна машина, а потом другая в горячей воде. Но в горячей воде, если уже взорвется, то там окончательно. Тут, походу, может что-то еще проскочить. Вот так вот за буквально секунд 40 из ровного листа получаем банку. Опа, опа, электричка промчала. Александр, 6000 палетов, если бы такие будут упреда. Значит, здесь находится 6000 баллонов. Το ύψος της αποθήκης είναι 22 μέτρα. Βουσατά 22 μέτρα σκλάδα. Εντάξει, και το μήκος είναι 88 μέτρα. Εντάξει, δουλειά 8 μέτρα. Έχει δύο ρομπότ γερανούς. Δύο ρομπότα δυσταχώς, τα οποία αυσούζουν. Τα οποία πηγαίνουν σε συγκεκριμένο μέρος, κάθε παλέτα η οποία βγαίνει από τις παραγωγές. Με τη ρομπότ γερανούς να προκυλώνουν μέσα στο ψαρίστη μας. Καταγράφεται και δουλεύεται με first in, first out. Δηλαδή αυτή που μπήκε πρώτη, φεύγει και πρώτη. Это вот сейчас забирать будет, да? Ага, сверху едет. А что-то поехало. Обалдеть. Это скоро. Вот на Воронеж повез. Просто, значит, автоматическая просто. Ну, сколько всего там высота? Там высота огромная. То есть мы там уже 20 на 22 на 80. Обалдеть. Мама, Александр, чеки. Это люди, да? А, ну да, люди фигачат. Стоят сушки обдува, чтобы быстрее. Бля, как мой дно. Капец, у него там нифига себе расход какой. Вот, значит, производство. Вот тут, мне кажется, есть смысл одна раз в бачке использовать, да? Эти листы, окрашенные листы. Идут в лабораторию, проверяют на контроль качества. Я должен был окей, мета кованы какие-то хроматологии. Если все нормально, дается добро, их режут потом на части. Каталавинды, ти эпендиси на автомобиле, где можно гадать хирургию до хроматологии. Сами понимаете, какие капиталовложения сделаны, чтобы у нас иметь натуральными красками окрашенные катала. Или энергостасия, мы сейчас энергостасия. Это по существу один-один завод.
Σίγουρα όμως κάποιος το είπε ρομποτικά, θα ήταν πιο εύκολο. Δυστυχώς ένα ρομποτικό μπορεί να είναι πολύ λίγο. Πιο φθηνά θα ήταν. Возможно, ήταν πιο δυσκολο. Αλλά δεν θα είσαι σίγουρος για την ποιότητα. Зато наше качество не было бы ты уверен. И δεν θα είσαι σωστός στην απόφαση. И, возможно, были бы отклонения от цветов. Ну вот вкратце показал первый день нашего пребывания на заводе. К сожалению, забыл петличку с микрофоном под впечатлениями. Но особо из звука как такового информации глобально нету. То есть нас провели по разным цехам, где разливают материал в банки. Показал я сам конвейер примитивно просто. Показали нам производство тары в цехах. Показали, что они сами ее производят, что они сами делают литографию. Это немаловажный факт, который гарантирует качество продукции, потому что не каждая компания позволит себе поставить свою линию по производству тары, еще и печати литографии на банках. Прошли, посмотрели, нам показали лаборатории. Видео я не записывал, я оттуда делал стримы, можете посмотреть их на канале. Нам показали химию, которую они закупают у компании BASF. Это одна из крупнейших компаний в мире по производству химии для лакокрасочных материалов. Показали, как они тестируют продукцию, аппараты для тестов. Но все это, в принципе, однотипно на всех заводах. То есть это мы уже видели ранее. Но, тем не менее, по крайней мере, та информация, которая гуляет в сети о том, что Боди – это гараж, который разливает это все дело аполлонниками из ведер, нам все в открытую показали, мы это посмотрели. А выводы уже о материалах делает каждый сам. А те моменты, которые мы приводили, как бы правильно сказать, ваши вопросы передавали, да, руководству. К сожалению, во-первых, все было через общение с переводчиком, и нету прямой вот этой связи с руководством. Но тем не менее, на вопросы о том, изменит ли маркировку дат на дне банки, остался закрытым, потому что им так удобно маркировать, им так удобно слеживать свою продукцию, о том, что вы не знаете, как ее правильно читать, это ваши проблемы. То есть информация об этом и всем есть. А о том, что какие-то проблемы у вас происходят с материалом, это ваши проблемы, это ваши косяки в том, что вы не знаете, как ее правильно применять. Отсюда пишите своим представителям. Со всеми представителями на этом заводе проводится работа. Им объясняется порядок действий с каждым материалом. Потому что есть кое-какие особенности относительно всем привычным подходу к работе с материалом. Это есть у каждого завода, и Боди тут ничем особо не отличился. Поэтому изучайте технологию работы с этим материалом, тогда у вас будет все нормально. Если у вас происходят какие-то косяки, не связанные с правильностью хранения материала, это ваши косяки. То есть примерно я вот так абстрагировал этот общее наше общение в таком ответе вам. И еще момент, на что мы обратили внимание уже в самом, по сути, конце с Яном, переводчику нашему, мы попросили о том, чтобы они как-то четко разделили свои линейки на бюджетный материал, потому что у них есть как бюджет, стандарт, ну, средняя цена, так и топ. Чтобы они это как-то визуально разделили, чтобы люди могли визуально понимать, что они покупают, ну, чтобы это было как-то на рынок вынесено, потому что по банкам особо глобально никакого отличия нет. И то, что вы купили бюджет и просто не знаете даже, что вы купили, на нем глобально-то ничего не написано, отсюда потом много вопросов возникает. То есть компания как таковая есть, существует, она работает, но они работают на уровне того, что вот они продают, то есть у них все нормально. Они как бы не против какие-то делать шаги, но зачем? У них в принципе все нормально. То есть надо больше вопросов, надо больше вот этих теребрений местных представителей, тогда будет больше взаимодействия именно с нашим рынком. На этом у меня все. В следующем видео я покажу один рабочий день, что мы за него сделали, что мы смогли потестировать вживую, непосредственно в стенах учебного центра. Всем пока!